Ижевского школьника наградили за спасение сверстников при обрушении части дома по улице Удмуртской после взрыва газа. Игорь Баль сам был ранен, но помог выбраться из здания ребятам, с которыми вместе занимался в образовательном центре. В Удмуртии направили в суд уголовное дело собственника лагеря «Волна». Напомним, минувшим летом там отравились 12 детей. Выяснилось, что сотрудники пищеблока не прошли медицинского осмотра. Фигуристка из Удмуртии Алина Загитова претендует на звание спортсменки года в национальной спортивной премии. Голосование ведется на сайте российского Минспорта. Ученый из Уфы воссоздал облик древнего жителя Южной Удмуртии. Реконструкцию образа провели по материалам археологических раскопок на территории республики. В зоопарке Удмуртии уснули бурые медведи. Последним обустроил свою берлогу и улегся на зимний сон медведь Гоша. Сотрудники зоопарка определяют наступление зимы и приход весны именно по его поведению.